Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Oppo A77s. И сейчас я покажу вам, как включить или выключить ночной режим на данном устройстве. Итак, для этого мы свайпаем вниз и ищем здесь ночной режим. Если его здесь нет, нажимаем на три точки в правом верхнем углу, выбираем «Изменить плитки» и ищем его уже в других функциях. Находим и нажимаем на плюсик. Возвращаемся. Теперь мы можем его включить, нажав на него, и нас сразу перекинет в настройки, так как включаем мы его первый раз. Здесь одновременно с ним мы можем включить или выключить функцию «Не беспокоить». Нажимаем «Далее» и настроить расписание, выбрать время начала, время окончания и дни, по которым он у нас будет автоматически включаться и выключаться. И нажимаем «Готово». И здесь мы также можем разрешить доступ к сведениям об использовании приложений и данных датчиков, ну либо запретить. Вот, и в принципе на этом все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.